пока выставка не началась и людей пока нет, давайте сделаем то, что мы обещали сделать вчера. Ну, начнем с куртки, с самого верха начнем. Значит, что интересного в этой куртке? Во-первых, начнем с капюшона. Сделан объемный капюшон специально. Капюшон с козырьком, с затяжками, с регулировкой посадки. То есть это очень важно, когда, допустим, у тебя глубина капюшона позволяет закрыть лицо полностью от надувающего бокового ветра. Но регулировку посадки капюшона, которую ты регулируешь сзади, ты можешь в случае дождя, но необходимости бокового зрения при, допустим, тех же охотах, да, или на соревновательных процессах, когда тебе необходимо следить за соперниками слева и справа, ты регулируешь посадку капюшона на ту глубину, которую тебе необходимо. То есть он может быть или глубоким, или укороченным для бокового обзора. Давай я тоже пару слов скажу, потому что конечно, выстраданные вещи. Конечно. Одним из основополагающих факторов данного костюма является широкий покрой. Широкий, правильный покрой. Это покрой, который позволяет делать забросы рыболову, то есть не сковывая движение. Это очень важно, потому что если вы возьмете, к примеру, костюмы уже известных рыболовных компаний, производителей, сделать заброс, ну, если мы не говорим о спиннинговом забросе, который, в принципе, идет коротким, а делать карповые забросы, необходимые вещи широкого кроя. Широкого кроя, но не балахонные. И чтобы они хорошо и правильно сидели на плечах. Также здесь предусмотрена вентиляция, что не очень, очень немаловажно, потому что карповая фидерная рыбалка, опять же, это влагозащищенная молния. Опять же, влагозащищенные молнии. Все на липучках, все закрыто. Для удобства открытия в перчатках на зипперах у нас специальные сделано, брелки. Да. Специальная фурнитура, специальный даже цвет сделано, чтобы было приятно нашим клиентам. Если, например, это охотники такие, как я, он прекрасно в дождливую погоду на засидку. Ну и не шумит он сильно. Ну не шумит, на засидке вообще не шумят. Там вообще нельзя двигаться. Да? Вообще нельзя двигаться. Двигаются тоже только... Тоже молния защищенная, да? Да, и плюс еще дополнительная планка на всякий случай сделана. Но этого не было. То есть у меня такого в испытательном костюме не было. Да, мы пришли к этому. Двойная молния. Да, мы к этому пришли со временем. Поэтому мне уже необходимо отправлять мой костюм на доработку. Да. Чувствую... Да, закрывается, то есть получается двойная планка закрывает еще дополнительно молнию, если, например, сильные осадки. Опять дальше же. Дальше у нас идут манжеты, да? Да, манжеты регулируемые. Внутренний манжет. Внутренний манжет сделали мы, опять же, широкий, удобный, чтобы не глубокий, задувало. Да. Плюс боковые мы тоже модифицировали в костюме, убрали накладные, поставили влагозащищенные молнии, стало проще даже. Мы посмотрели на костюм, который обещали показать вам вчера. Посмотрели на все его новшества. Конечно, он отличается от костюма, в котором мы с Петей выступали целый год. Много нововведений. Прототип. Да, был прототип, и этот прототип явно доработан. Спасибо, рад был еще раз видеть. Мы пойдем к следующему стенду. Конечно. И заходите, надеюсь, что скоро все эти нововведения будут на наших костюмах. Правильно я говорю? Все правильно. Правильно. Конечно. Все, это все, очень прекрасно. Спасибо. Спасибо. Вот как раз, когда ты подходишь, мы подошли к самому интересному. Мы обсудили новинки 2016 года, весенние выставки, на которой были представлены на вашем стенде сеть магазина «Рыбалка». 12-жильный шнур. Потом мы рассказывали о катушке спиннинговой «Ниндзя», которая неплохо, да. Кстати, по поводу «Ниндзя» у меня трое друзей купили как раз именно эту катушку по... Я бы даже сказал, в номинации «Цена-качество» из того, что я вот смотрел в этом году, в этом сезоне, она однозначно побеждает. Что представлено на осенней выставке еще? На осенней выставке? Пойдем покажу новую катушечку интересную. Весной мы презентовали на выставке 16-й Certate, и вышла версия HD. То есть это катушка для силовой рыбалки, для тяжелого джига, для морской ловли. Главная особенность этой катушки – новый цельнолитой корпус. Называют они его монокок. Состоит не из двух там, или трех частей, а это цельнолитая конструкция из хардбоди материала, то есть алюминиевый сплав. И чтобы извлечь механизм для обслуживания или ремонта, просто выкручивается вот эта вот шайба, и весь механизм находится внутри в цельном корпусе. Новый фрикцион, автоматик турнамент драк, тот же арочный ротор из материала Zeon, Maxilt подшипники,
система MaxShield под ротором. Катушка полностью защищена от попадания пыли, грязи, соли. Для любых условий полностью подходит. Данную катушку можно даже просто споласкивать в проточной воде после рыбалки. То есть сюда не попадает абсолютно ничего лишнего, что может повредить работе катушки. И сразу лежит с тонким намеком на 12-жильный шнур. Да, наш 12-жильный шнур Maritan. Также мы презентовали на этой выставке новые удилища Graphite Leader. Давайте подойдем с этой стороны стенда, зайдем поближе. Маленький набор для самых молодых. Да, кстати, для начинающих Дайва создала комплект, в котором уже все готово к рыбалке. Катушка Crossfire, кстати, 8-жильный шнур Дайва G-Braid, который за последние вот, ну, полтора года получил самые положительные отзывы. На данный момент это из топовых брендов самый бюджетный шнур 8-прядевый. Удилище среднебыстрого строя, то есть такой комплект может человек купить и начать рыбачить там, любым методом. Уже готовый комплект, ничего не нужно выдумывать. То есть Дайва, удилище, катушка, да, и шнур. Так, а мы переходим к удилищам, да? Переходим к удилищам. В этом году сеть магазинов «Рыбалка» представляет новый Вигор, обновленный. Это не Вигор нового, который вышел, по-моему, 2 года назад. Это просто обновленная версия Вигора, новая косметика, новый катушкодержатель и абсолютно другие бланки. То есть это вот сейчас у меня в руках всем известный нашумевший 742 Вигор ML. Только полностью сделаны в другой косметике. Очень универсальное удилище, подходит для джига, для твича, тест до 10,5 грамм. Также в этом году из Graphite Leader вышла новая серия, это Velos RV. Это удилище быстрого строя, довольно жесткие, для рывковых проводок как джига, так и воблеров, спиннербейтов, абсолютно вот, любых объемных приманок. Но в этом году к этим удилищам добавили кевлар. Это кевларовая оплетка. Она здесь на деколе изображена как бы схематически, но использована во всех удилищах. И вышла еще Финеза, тоже с этой системой Kevlar Claws. Еще, кстати, приехали у нас новые костюмчики. Если рыболов собирается на рыбалку в Норвегию, я знаю буквально несколько мест, где рыболов в Украине может собраться. Конечно, первое место, куда ему необходимо отправиться, это именно ваш магазин. Такого выбора огромных вот этих такого сумасшедшего размера воблеров больше ни в одном из магазинов я не встречал. Пилькеров, монтажей для моря. Одним из неотъемлемых элементов экипировки рыболова для ловли в Норвегии и других северных странах есть костюм поплавок. На многие корабли без него просто даже не пускают для ловли. То есть у него положительная плавучесть? Да. Данный костюм в зависимости от размера может выдерживать рыболова весом до 100 кг на воде. Но это не означает, что человек больше весом как бы не может носить эти костюмы. Данный костюм отличается еще тем, что он не промокает, дышит и имеет отражатели. Знаешь, один из главных вопросов, который интересует многих рыболовов, это максимальный размер данного костюма. Стандартный, который мы привыкли, L, XL, 2XL, но специально для крупных рыболовов свыше 2XL есть размеры King, есть размер Giant, гигант. И S-Giant, Super Giant, Super Gigant. То есть для людей весом... Позвали ML, а здесь гигант, Super Gigant. Да. Чтобы не писать 3XL, 4XL, 5XL. Такой же костюм, но без свойства поплавка. Более облегченная версия. Более облегченная версия, очень теплый костюм. То есть подходит для той же северной рыбалки, для рыбалки у нас в Украине. Мы снимали с вами совместный фильм о ловле на дропшот и использовали как раз съедобный силикон данной компании. Zemon. Да. Чем отличается Zemon от привычного нам силикона, съедобного либо несъедобного? Ну, тем, что я на него поймал больше всего судаков тем, в своей поймал жизни. Больше всего судаков. Да, это факт. Кардинальное отличие от другого силикона – это материал, с которого он сделан. Это необычная резина, силикон, не белковая составляющая. Это материал Elastec, который позволяет приманке быть сверхэластичной, растягиваться вплоть до 10-кратного размера. Данная приманка абсолютно... крайне редко, можно сказать, повреждается зубами хищника, при этом всем этот материал плавающий. То есть, если использовать шарнирные монтажи, либо разнесенные оснастки, Каролина, Техас, там, отводной поводок, это намного расширяет наш спектр действия данной приманки. Также их можно использовать в топ-уотерной ловле, то есть оснастить подгруженным офсетником, ловить поверхности щуку, окуня, продирать самые там, сложные места. Конечно, самый главный вопрос, который мы задаем практически на любом стенде, на какую приманку особенно ты бы посоветовал обратить внимание? Ну,
Я, цвет, наш форма. Коллектив, то есть у нас все рыбаки, все ловят рыбу в различных условиях. В основном любимые использующие приманки, которые мы используем, это вот такой вот виброхвостик от Zeman. В этом размере 4 дюйма и в размере 5 дюймов. Именно и такой расцветки? Это новый, кстати, цвет, только появился. Расцветки абсолютно все рабочие, все по сезону по-разному работают. Или вот любимая всеми приманка, это слаг от Zeman, еще и, кстати, в очень популярном цвете, Smoky Shad, по судаку. Все эти приманки пропитаны солью, с рыба их в пасте держит довольно долго, дает нам время для выверенной подсечки. То есть, покупая приманку, мы сразу имеем и съедобный силикон, и плавающий силикон, и эластичный силикон, еще и пропитанный прокьюром. Стоит отправиться в магазин для того, чтобы посмотреть и ознакомиться со всем ассортиментом. А мы отправляемся на презентацию телеканала «Трофей». Спасибо. Здравствуйте. Я представляю интернет-магазин «Дакан». У нас есть большой выбор манков для охоты на водоплавающую дичь. Мы представляем такие компании, как «Бак Гарнер», «Дак Командер», «Райсман Кастом Кол». Также, вашему вниманию, мы представляем манки на хищника. Это манки шведской фирмы «Нордик». Эти маночки достойно себя зарекомендовали на протяжении многих лет у нас в Украине. Что хочется отметить еще, это широкий выбор чучел для охоты на водоплавающую дичь. В нашем ассортименте представлены механические чучела «Моджа». Это всемирно известная компания, которая вышла первая в линейке движущих чучел для охоты на хищника и на водоплавающую дичь. Одним из основных направлений нашего магазина являются товары для натаски и дрессировки охотничьих собак. Мы представляем поноски от всемирно известных мировых производителей, такие как Докин и Эвери. Также у нас в магазине вы можете найти большой выбор сигнальных ошейников различных цветов. У нас в магазине вы можете заказать сигнальные ошейники с именным жетоном для ваших собак. Также в нашем магазине вы можете приобрести значки для охотников и рыболовов, которые подчеркнут ваш индивидуальный стиль. Здравствуйте, меня зовут Владимир, компания Lake Profi, город Черкасы. На украинском рынке мы представляем компанию Ponte Torte. В частности, итальянский производитель представляет такие высокотехнологичные спортсистемы ткади. Это для тонкого термобелья, флисовая серия для второго слоя. Так же самое есть софшеллы, есть ткани, которые держат долго тепло. Можно посмотреть это все в каталогах. Товар сертифицированный и завозится на Украину официально. Новая технология немецкая, произведена в Италии, футболка с охлаждающим эффектом, которая понижает температуру на 1-2 градуса. Термобелье также самое, можно вот dry-fast технология, быстро отводит влагу, всегда остаешься сухой. Флисовая серия, теплое термобелье. Трикотаж, вот новиночка, вот тоже интересная штука, это для охотников, рыбаков, на номерах стоять, можно использовать как так и так. Двойного назначения. Ну и наши плавающие костюмы, за счет чего они плавают? Вставлен между двумя утеплителями хороший плавающий слой, который узковое движение, и за счет этого очень комфортно чувствуешь себя на воде. Вот эта вот серия, это американская ткань пиксельная, значит, она проклеена и практически не пропускает воду. Но сразу возникает вопрос, как дышится. Значит, здесь продумана система вентиляции. Здесь вентиляция, здесь везде вентиляция, здесь вентиляция. В чем прелесть этого костюма? Здесь стоит усиление на колени. Можете остановиться на колено, на лед, и не застудите. Здесь стоят специальные вкладыши, вставочки. На задней части то же самое. Можно садиться на мокрую лавку, на снег. По первому слою термобеля. Dry-fast технология итальянская. Быстро отводит влагу. Всегда будете оставаться сухими, ткань быстро сохнет, и варианты есть еще антибактериальные. Не пеленгуется, стирается при температуре там, 30-40 градусов и все время остается в очень хорошем рабочем состоянии, как надо. Да, и вот мы встретили организатора данного мероприятия, выставки. Добрый день еще раз. Добрый день. Как выставка развивается вот на протяжении этих 3 лет? Я вижу, что с каждым годом количество компаний все больше и больше. Ну, вы сами сказали, как она развивается. Вы дали ответ на ваш вопрос.
Могу сказать, что ежегодно она практически увеличится на 10-15%. И это в условиях кризиса, и да? Это в условиях кризиса. Ну, понимаете, тут такая вещь. Люди хотят отдыхать, какой бы кризис ни был. Тем более у нас есть такое количество рыбаков, рыбачек, охотников и охотниц, туристов и туристов, и примкнувшим к ним. И любителей конфет. И любителей конфет, да, в том числе, и не только. Я думаю, что в субботу тут будет в 2 раза больше людей. Тем более у нас уже сложилась такая привычка, и вы помните, мы вам благодарны, кстати, за рекламу. Спасибо, нашей выставки. Приходят с детьми. Так. Потому что выставка становится не только местом, где можно ознакомиться с чем-то словом, а отдохнуть. И я считаю, что это здорово. Это правильно, это правильно. Тем более, когда приду с детьми, опять же... Конечно, это будущие рыбаки, рыбачки, охотники, охотники и так далее. Из... вот как правильно описать тенденцию? На выставке все-таки с каждым годом все больше украинских компаний, производителей, как бы сказать, становятся на ноги и участвуют в выставке? Или все-таки этот баланс зарубежных компаний и украинских компаний сохраняется? Ну, вы понимаете, вы такой сакраментальный вопрос задали, назвали производителей. Да. Будем откровенны, большинство компаний, которые представлены здесь, они представляют мировые бренды, которые рекламируются на Украине, которые, ну, не надо делать то, что уже делают хорошо за границей. Мы можем делать совсем другое. И мы делаем. У нас есть достаточно много производителей, которые делают такие вещи, которые нет на Западе. И компания «Фанатик», компания «Клосс». Абсолютно верно, абсолютно верно. «Дак Хант». То есть у нас компании, которые представлены и неплохо справляются с поставленными задачами. Да, да. Ну, вы понимаете, с точки зрения людей, которые занимаются внешнеэкономическим бизнесом, я вам хочу сказать, присутствие на рынке иностранных брендов – это хорошо. Стимулирует. Это, конечно, абсолютно верно, да. Вопрос по планам на следующий год, на весеннюю выставку. Мы знаем, что осенняя выставка, как бы, это подведение итога и приурочена больше к началу сезона по хищнику. Кстати, сезон по хищнику у нас, ну, посмотрим, как быстро придет к нам в гости весна, но продлится 3 месяца. Все-таки основная выставка проходит весной. Что вы ожидаете от весенней выставки? Ну, я ожидаю, прежде всего, что она увеличится. Да, я ожидаю размеры, в размерах. Увеличится в количестве компаний, это однозначно. И мы проводим достаточно сильную кампанию. Наверное, все-таки появятся чисто иностранные фирмы, которые хотят прийти к нам на рынок. Мы проводим кампанию. Ребята, не пришли сегодня, завтра будет поздно. И многие из них это начинают понимать. Площадь выставки существенно увеличилась на данном этапе. Я бы ее сравнил по размерам с выставкой 2010 года, на которой я был, то есть по размахам. В 2010 году выставка имела практически такие же размеры, ну, может быть, немножко скромнее, после чего произошло такое легкое, да, перестроение рынка, и сейчас выставка вышла на те же объемы. На те же объемы по количеству выставляемых стендов. Что по количеству посещений, ну, по количеству людей? Вы знаете, не падает, увеличивается. Увеличивается. Добавляются новые стенды, появляются новые участники, люди интересуются. И мало того, несмотря на все трудности, все-таки еще раз говорю, у людей должна быть отдушина. А это природа, это отдых на природе. И это на том, на чем экономить нельзя. Да. Вопрос касаемо... Давайте еще раз ответим на этот вопрос. Все-таки для тех, кто планирует участвовать в весенней выставке и пропустил по каким-то непонятным нам с вами причинам осеннюю выставку, выдадим немного статистики. Какое количество посетителей ожидается вот на данной выставке? Вами? Ну, если мы возьмем за 4 дня. Точку отсчета прошлую выставку, да, то я думаю, то тут 1025-27 будет. 25-27 тысяч посетителей, которые явно заточены под то, чтобы здесь что-нибудь купить и приобрести. То есть да, это жесткая, да, целевая аудитория. Да. Спасибо за интервью. Удачи нам. Да. Сзади нас расположен бассейн, в котором можно продемонстрировать работу каждой из приманок. То есть компании по очереди подходят и демонстрируют свои новые приманки, воблера. Ну а позади меня один из самых больших стендов на данной выставке. И пока выставка еще не открылась, подойдем к Жене Чертенкову и расспросим у него о новинках этого сезона и то, что нас ожидать будет в сезоне 2017 года. Сейчас мы Женю отвлечем. Жень, привет. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте, привет. Добрый. И начнем, конечно, с того, что интересует каждого из рыболовов. Что ожидать в завершающем сезоне 2016 года по фидерной тематике, ага, от компании «Флагман», по хищнику и чего ожидать в 2017 году? На этой выставке мы не забыли, что это реально выставка, а не ярмарка продажи. И действительно представили образцы, которых еще нет в продаже, они появятся только весной 2017 года.
Если говорить о каких-то конкретных моделях, то на данном этапе уже как бы оттестировано с рабочим названием удилище Armadale. Это новая линейка наша как бы топовая. То есть реально фидера предназначены для речной ловли. Есть здесь карповые удилища. Да, то есть удочки очень толковые. 4,20. Да, тут будет несколько моделей удилищ, начиная от 3,6, заканчивая 4,20. Весь Facebook пестрит платформами данного класса, то есть очень многие уже их хвалят, очень многие взяли, да, мы уже смотрим, что здесь подход основательный. Да, это платформа на 36-й ноге, то есть максимально широкая нога, которая присутствует вообще во всех платформах, которые изготовляют европейские производители. Для людей за 120, я бы назвал. Да. Это платформы для таких крупных, массивных людей, спортсменов, которые выдерживают нагрузку до 200 кг без вопросов. Ну, видите, теперь люди за 120 могут с легкостью приходить в спорт. Ну и, соответственно, у нас есть платформы на 25-й ноге для легких людей, которые немного весят. На 30-й ноге, ну, любой каприз, диапазон платформы перекрыт. Полностью. Предлагаю, кстати, посмотреть CarPro. Из новинок в нашей линейке это Carp Mat. Сейчас вам покажу полностью его в действии. Это огромная люлька с бортами, которая предотвращает выпрыгивание карпа и служит для того, чтобы он не травмировался. Значит, здесь есть специальные... Для фотографий. Для любителей фотографий с трофеями пойманными. В середине здесь идет очень такой плотный мат из материала, который быстро сушится и, в принципе, не пачкается. А самое главное предназначение, это, конечно, добиться безопасности карпа. Алюминиевая новая линейка. Это Quattroporte. Есть линейка банкстиков, бусбаров. Нержавеющая и серия Black Label, черная. Из новинок также хотел бы показать очень интересную катушку. Целый ряд катушек без байтрана и с байтранером. Это модель Torus CarPro. Значит, моделька 6000 и 8000 размера. Модели без байтранера. В катушечке очень быстрый фрикцион. Полностью затянутый фрикцион. Делаем полоборота, и он уже полностью раскручен. Идет огромная клипса для клипсования. Шпуля сперфорированная для облегчения веса. Форма коническая. Размер, напоминаю, 6-8 тысяч. Модель без байтранера. И модель с байтранером. Стенд спингового направления. И из новинок я бы хотел отметить наше замечательное удилище. Это Azura Olivia. Это удилище для ловли форели, которое производится в трех длинах, в трех тестах. Вот эта вся стоечка, это все наши новинки. Это, да. Все новое, то, что это приманки Sly, универсальная приманка, длиннотелая, с твистерным хвостом, на которую прекрасно ловится щука, ловится сом. Ну, в общем-то, практически все виды хищной рыбы, которые обитают в наших водоемах. Особое внимание я бы посоветовал, смотрите, это тот же Sly, да. Очень универсальная приманка, на которую хорошо отзывается Sly хищная рыба. Sly в цвете? Типа того же шартреза с перцем, да, тот же Lilac Flash, очень классный цвет, вот он мне очень нравится, я практически все рыбалки, я стараюсь ставить приманки такого цвета, и они очень хорошо работают. Следующая приманка, на которую я хотел бы обратить ваше внимание, это Crusher. Это ребристая приманка, опять же цвет, видите, какой в руки взял? Вот меня тянет к ней просто, тянет к этому цвету. Обратите внимание, что этого цвета, который нравится мне, вот даже две упаковочки всего осталось на витрине. Следующая приманка, на которую хотел бы обратить ваше внимание из новинок, это Prime. Prime – это виброхвост с ребристым телом. Эта приманка себя хорошо зарекомендовала при ловле щуки, уже успели ее обрыбить неоднократно, и она очень хорошо работает по крупной щуке. В размере 3 дюйма. Приманка небольшая, но она в воде создает вибрации, она шумит. Ну, заинтересовывает крупную рыбу. Мне она тоже очень нравится. Тоже в таком же цвете, и, да? Да, и в этом именно сезоне я ей уделю много внимания. Стенд яркий, черно-желтый. И расспросим у ребят, какие новинки у них представлены. Ребята выставляются уже на моей памяти третий год. И с каждым годом их стенд увеличивается в размерах, и количество продукции, представленной на этом стенде, растет. В данном году мы представляем новинку от компании Nightcore. Это фонарь налобный HC60, который имеет в своем запасе новый диод XML U3, зарядку USB. Данный фонарь можно подзаряжать от USB кабеля. То есть можно положить в карман нагрудный powerbank, и в это время подзаряжать фонарь, когда он у вас на голове.
Также он комплектуется аккумулятором на 3400, это самая высокая емкость на сегодняшний день вообще в мире. Какое время свечения у фонарика? Минимальный режим 680 часов, максимальный 1000 люмен, то есть это для кратковременного использования порядка полтора часа будет светить. Данный фонарь чем удобен? У него нет заднего аккумуляторного блока, и верхнюю часть наголовного крепления мы можем ликвидировать, если нам фонарь может, когда нужен на голове, мы его повесили, когда не нужен, то есть мы его сбросили на шею, он у вас висит на шее. Вес фонарика 120 грамм вместе с аккумулятором уже. Есть ли еще более легкий фонарик? Более легкий фонарь, еще да, есть. Сейчас продемонстрируем вам самый легкий налобный фонарь. Данная модель называется Т-360, имеет шарнирное крепление, то есть фонарь можно повернуть в любую сторону, то есть либо же направить вниз под ноги, либо же вперед направить. Его также можно использовать как карманный фонарик. Здесь объем аккумулятора? Здесь идет встроенный аккумулятор на 500 мАч. Фонарик обладает мощностью 45 люмен, что позволяет светить непрерывно в этом режиме до 1,5 часа. В минимальном режиме будет светить до 18 часов. В этом году мы еще представляем новинку этого сезона. Это фонарик Nightcore Tube, который имеет в своем распоряжении подвижную голову, клипса для размещения фонаря либо на кепке, либо же на кармане, либо на системе Molly. Зарядка осуществляется тоже через USB? Через микро-USB, да. Данный фонарь имеет три режима яркости и один спецрежим, это маячок. То есть можно подавать сигнал. Также в нем реализован красный свет с помощью двух диодов. Красный свет и красный маячок. Также можно использовать как велосипедный фонарь, то есть сзади повесили под раму и можете подавать сигнал сзади красным светом. Еще мы представляем обновленную версию фонаря MH27. Данный фонарь имеет замену вместо зеленого диода ультрафиолетовый. Фонарик 1000 люмен мощность, дальность луча 462 метра. Также есть быстрый доступ к самому яркому режиму и к ультрафиолету. Также на нем есть красный фонарь, что удобно на рыбалке. На красный спектр комары меньше реагируют. Это очень важно, что на красный спектр комары меньше реагируют. Также и синий спектр. Удобно на рыбалке. Рыба меньше реагирует на синий свет, так как он приближен к холодному. Кстати, об этом я не знал. Будем знать, что синий спектр рыба менее пугливая. Данный фонарь можно комплектовать выносной кнопкой для того, чтобы пользоваться на оружии. Можно его уже назвать многоцелевой тактический фонарь, да, тактического предназначения? Многозадачный фонарь. В данном фонаре мы можем подзаряжать аккумулятор с помощью USB. Вся MH-серия снабжена USB. Также вся контактная группа позолочена, что позволяет лучше проводить ток и не окисляется. Данные фонари имеют все защиту IPX8, то есть с ними можно нырять, с ними можно плавать под водой без проблем и не бояться о том, что он вас подведет в нужную минуту. Спасибо за то, что рассказали нам о вашей продукции. Всех ждем. И мы передвигаемся на стенд компании «Рыбалка», сеть магазинов «Рыбалка», где узнаем о новинках. Добрый день, я Андрей Маки. Представляем торговую марку «Осмак». Это уникальная продукция совершенно, ну, в первую очередь, крылатые джигы, плоские приманки. Это мои запатентованные изобретения. В Украине изготовляются, разрабатываются. То есть совершенно уникальные, не имеющие аналогов нигде в мире. Крылатый джиг представляет из себя джиг-головку с пластиковым крылом, благодаря которому приманка быстрее всплывает, медленнее тонет. Плюс крыло дает дополнительное колебание, как у воблера. То есть это система воблер наоборот. Плоские приманки – это очень прочная приманка, сделанная из синтетической ткани, с очень красивым рисунком. Она очень-очень прочная, очень устойчивая к зубам хищника, и щуки, и судака. Кроме того, они продаются уже оснащенные крючками. Для рыболова не проблема сразу взять, прицепить эту приманку либо к крылатой головке, либо к обычной чебурашке. Уникальность приманки в том, что она практически ничего не весит. Ее можно даже легкой снастью бросать, не учитывая ее вес кастинга удилища.